Ну что же, давай пройдем все с самого начала в последний раз. Давай. Значится так, плохой человек. Морковка. Нет. Редиска. Правильно, Кремль. Хаза. Дума. Геморрой. Болтать. Сучить шумейку. Нет. Гнать Бурбулиса. Да. Уйти вон. Голосовать за Ивана. Сенат. Халява. Электорат. Пиплы позорные. Президент. Ну, это я помню. Молодец. Еще бы. И вот знаешь, чуть что пальцы веером, пиджак в клочья и неси, понимаешь, про патриотизм. Никто не должен догадаться, что ты приличный человек. Никто. За это будь спокоен. Сосед мой по лестничной клетке. Хай. А ну, вали отсюда. Что он сказал? Он сказал, вали отсюда. Мне. Тебе. Кто это сказал? Вот он. Вот этот толстенький. Тут кроме меня худеньких нету. А ну, это повтори, что ты сказал. Вали отсюда. Это, может, ты не хулигань? Оккупант! Изменник Родины! Чего ему надо? Малину хочет себе прибрать. Что? На мавзолее потоптаться? Кто это? Толик Ваучер. Я про мавзолей не понял. Этот лысый наезжает на нас. Он в нашу хазу намылился. Какую хазу? Центровую, красного кирпича. С братвой, с курантами, со звездой рубиновой. А эти чего хотят? Так эти того же. А чего они, понимаешь, такие разные, хотят одного? А козлы в натуре. За козла ответишь? Да не отвечу, я за себя не отвечаю. А за козла тем более не буду. Отдавай хазу со звездой, импичмент тебе в зубы. Сколько их я порезал, сколько их перерезал, сколько их я ломтями засолил. Сейчас будет тебе импичмент. Хрен. Я не хрен. Ну, это качан, баклажан, понимаешь. Он не баклажан. По овощам у нас заверюха будет. Будет вам заверюха летом. Такая заверюха но будет. Ну ты в натуре гомо-социалист. Я тебе еще попишу, редиска обкомовская. Сдается мне, что ваше место у Параши. У Параши место ваше. И твое тоже. Кто это? Гриша, 500 дней. Это кликуха его, что ли? Это срок. Не доживет. Всех замочу. Россияне, Россию не отдам. Пасть порву. Моргалы выколю. Держи меня, братва. Милиция, спасите. Ой, спасите, хулиганы зрения лишают. Опять, понимаешь, продулись. Ничего не продулись. Как это? Да ничья это. Китайская. Точно? Да у кого хочешь, спроси. Он у него спроси. Правда ничья? Да мы вообще выиграли. Не о чем говорить. Пиджак сымай. Вот даю, турки, а, наглей меня. Ну, дает.
Ну что, сгоняем еще партию? Партию не сгонишь. Кто про что, а вшивы все про баню. Я говорю, сыграем снова или вам уже хватит? Будем играть до потери пульса. Ну давай, давай. Я красными. Коричневыми. Тут таких, понимаешь, вообще нету. Сколько вам повторять? Тут только черный и белый. А какие лучше? Белый лучше. Это расизм, дядя, расизм однозначно. Нате. Что значит нате? Уберите от меня свои кулаки. Какой руки? Что? Да в обеих, господи, ну что ты, ё-моё? Ты чего? Он первый начал. А я? Ну ты не сиди рядом со всякой гадостью. На, твои белые. Белыми не буду. Почему? Белых ненавижу. А это у него в натуре наследственное, понимаете? Лечиться надо. Ну что, на что играем-то? На них, на всех. А я-то при чем? Ну хорошо, этого оставим, пригодится. Играем на остальных. Ну, так уж сразу. Играем на него. Идет. На меня? Молчи. Зачем на меня? Так надо. Кому? Так надо для демократического в натуре развития зоны. Они ж меня съедят. Это ты не сомневайся. Еще добавки попросим, понял? Но-но. Насчет добавки вам не по зубам. А этого ладно, ешьте. Это ужасно. Да ничего, понимаешь, ужасного. Ты же пешка. Я? А ты думал, кто? Это цинизм. Это гамбит. Отдаем пешку, получаем игру. На этом, на королевском фланге в натуре. А я? А тебя переставляем на запасную доску. И ходи там во все стороны до скончания, понимаешь, дней. А сразу на обеих походить нельзя, чтобы во все стороны. Сразу на обеих нельзя. Почему? Ну, такие правила. Ну, так поменяйте правила. А чё, нам не впервой. Эй, там, не разговаривайте, вы сбиваете меня с мысли. Ты слышал? Что? У него есть мысль. Одна? А тебе мало? Лошади, уходи. Отстань. Лошади, уходи. Ну, прав, прав однозначно, лошадью. Мат вам, редиски. Ну не могу, ну не могу я больше. Я же интеллигентный человек, демократ практически. Да я помню, помню. Это тебе, аппаратчику, лишь бы съесть кого-нибудь живьем. А мне, демократу, здоровый образ жизни подай. Вегетарианство там, духовность всяческую. А тут пятый год, одни урки, хаза, ксива, пиплы позорный. Водку пить, в рукав сморкаться. Устал я, понимаешь, устал. Да вижу. Но они же по-другому не понимают. А представляешь, кто этой малиной заправлять начнет, если мы с тобой на волю выйдем? Представляю. И потом, 5 лет по нашим меркам, разве это срок? Уж сидеть так полную десятку, а? Нет, брат, второй срок я не потяну. А мы по очереди. У меня здоровье не то, понимаешь? Тоже мне отговорка. Здоровье в этой стране ни у кого, кроме меня, не было и нет. Ну что, давай... Накатаем маляву Тимофеевичу-то. Какому Тимофеевичу? Да Рябову Николаю в центр избирком. Я, пожалуй, подожду до февраля. Нужно же из этих урок людей сделать. Выйду на волю, пойду на балет. На Жизель пойду однозначно. Лучше на Лебединое озеро. Лебединое озеро – это не балет. А что? Это сигнал. Да я на все пойду сразу, понимаете? А потом в библиотеку. Зачем вам в библиотеку, коллега? Вот Тургенева почитаю, Бианки, Марселя Пруста. В человеке все должно быть прекрасно, однозначно. Граждане, бывшие урки, последняя проверка перед выходом к людям. Так сказать, начнем. Редиска,
Нехороший человек. Молодец, геморрой. Дума. Сучить шумейку. Гнать Бурбулиса. Нет, тогда это, болтать. Халява. Сенат. Пеплы позорные. Электорат, электорат однозначно.